Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, мы продолжаем прохождение игры Alan Wake. Так, здесь придется пешком идти. Так, у нас все заряжено. О, привет, ребята! Ах ты ж зараза, я же уворачивался. Не подходи ко мне, я обиженный, Да ко мне не подходи. Так. О, прям благословение. Точилу нам дали, ту мы оставили там же. Блин. Вообще управление здесь, конечно, тачкой фиговое. Пока. Ну, вас нафиг. Здесь какой-то он отель есть. Так, что у нас тут? Матроны. Так. Based on the signature in the motel register, номер два. Stayed here in room number two. Так, что у нас тут есть? Ничего у нас тут нету. Ух ты. Дробовичок есть. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy. Граната, вот это хорошая вещь. Закрыто. Could have fooled me. Блин, охотничье ружье вообще классная вещь. Блин, закрыто. Закрыто. Тоже закрыто. Три патрона осталось, блин. Ладно, пойду там дробовичок был, возьму. Тут хоть 6 патронов. Правда, обойма маленькая. Тачка уже разбита и все. Так, тут у нас ничего нигде нет. Здесь у нас ничего не валяется. Трамплинчик. Так, там у нас парковка.
На ней тут ничего нету. Ну да. Ух, ё! Чё, тишина, что ли? Всё? Очередные мосты. Вот не люблю мосты. Как на мост попадаешь, так начинается всякая хрень творится здесь. Так, переключимся на револьвер пока. Твою мать, колеса. Ушло. Так, зарядим. What the hell? Ах ты же, блин, зараза. Блин, сейчас пол моста у меня будет летать. Чуть дырку не свалился. Улетело, что ли, тоже? Сгорел же ты. А то куда-то вообще унесло бочку. Нася, холодильник, блин. Так, надо позарядиться, а то что-то мне вот этот экскаватор не внушает доверия. Он сейчас из меня всю душу вытрясет, блин. На бочке только что прокатился. Блин, так и думал. Блин, зараза, а? Nice to see you too. Блин, а вот это жесть. Прям все машины подсвечены. Ладно, поехали. Ну вас нафиг, вас. Ох, еще же парь какой-то тут одержимый. Что там за моторные звуки такие?
Что у нас за свет здесь? Точило. Там же джетпак тут застрял. Ну да, походу джипарик там застрял этот. Ревет как мотор, блин, бешеный. Вон еще тачка. Так, вот у нас тут зашибись валяется, батареечки. Шестнадцать. А у меня было шесть, по-моему, всего. Так, надо все перезарядить. Насрал кто-то. А убирать не хочет. О, фаеры лежат. А то хрен знает, придет здесь бултыхаться. Так. Так и думал. Так, лучше погробнее что-нибудь взять. Хорошая штука. Так, здоровье-то. Мужики, заходи. Да ладно. Столько гранат пришлось использовать.
Так. Жалко, бочки нельзя взять и швырнуть куда-нибудь. Привет, малыш. Глазки щиплет. Протри спиртиком. Хорошо, хоть гранату я сэкономил. Да. Когда надо, не дают. Когда не надо, хоть тоннами греби. Что-то за заграждение. Зашибись. Тут уже без вариантов. Так, и куда нам? Наверх, что ли? Так, а здесь ничего такого интересного нету? Блин, я уже боюсь этих кранов, всех экскаваторов. Блин, вот этих говнюков, которые подкрадываются. Сзади. Как говно в засаде. Так, что, все? Блин, еще два говнюка вылезли. Сколько мне тогда даст ружье? Все, 8 патронов. Нафиг надо. О, батарейки. Гранаты. О, моя любимая сигналочка. Все, здесь ничего нету. Стопудово не один. А ты что здесь ныкаешься? Так, все. Садимся в тачку и валим дальше.
Один. Второй. Третий. Все? Так, здесь ничего нету. Луна полная. Так. Что-то там горит. Свалка-то как будто здесь огромный город. Так, собрали. Пошли наверх. Слазим. Так, что у нас тут еще? Гранаты. Фаеры. Блин. Упал-то. Само? Давай, давай, давай. Трактор сраный. Ну-ка, машинку нафиг. Так и думал, что какая-нибудь хрень да вылезет. Здесь ничего у нас не валяется. Заначек никаких нету. Ладно. Погнали. Что за фигня? Это на что мы там так наехали? На бочку. Ладно, хорошо, хоть здесь точила вторая есть. Так, а что у нас здесь?
Так, патроны к револьверу не нужны. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. Откуда? I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. Это что такое было? I had to flick through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. С какой там Останкинской башни что-то прилетело мне? Это типа ловушка такая была, что ли? Так, все уже по максимуму, так. Что-то мне подсказывает, что здесь будет весело. Да ну нафиг. Давай, давай, Алан, бегай, бегай. Давай, сдохни. Как вестерн какой-то. Вообще ни о чем. Помпа дофига, этих вообще нету патронов. Да ладно.
Вылезли, блин. Давай, умирай. Давай. Давай, сдохни, тварь ты. Все, один револьвер остался теперь. Зашибись, постреляли, блин. Надо было его вниз просто опустить и встать под свет, и все. Ну так, встать и стоять. Что-то я стормозил в плане этого. Так, а здесь ничего нет? И назад ты не вернешься почистить там домики. Хотя... То ли в этом доме, то ли в другом. Здесь, по-моему, были. Ну, бери, давай. Мало. Охотничьи хоть взять 8 патронов. Да. Жестокое сопротивление идет. Тележки только толкаешь. Все, один. Как-то мало. Ладно, я думаю, на этом и закончим. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео, ждем дальнейшего прохождения игры. Всем удачи, всем пока, с вами был Басон.